важный день. Желаю, желаю любви, любви. Вы уловили главную мысль? Люди вас в основном любят. Какое гадство! На тебе есть штаны? Нет. Ясно. О, правда, можно ваш телефон? Мой телефон? Не хочу пользоваться своим. Номер могут узнать, он есть на сайте. У миссис Хадсон есть телефон. Она внизу, не мог до нее докричаться. Я был на другом конце Лондона. Мне не к спеху. Как всегда, Ватсон, ты смотришь, но не наблюдаешь. Потому для тебя мир покрыт тайной, а для меня прост и понятен. Жесткая логика против романтических причуд. Любое действие влечет за собой последствия. В последний раз объясняю. Если хочешь держать погремушку, не бросай ее на пол. Что это здесь за чертовщина? Скучаю. Что? Скука. Нет. Скука! Скука! Не упадите. Он ключит. Что? Он ключищет. Мистер Холмс. О. Отрубленная голова? А тут голова. Я чай выпью, спасибо. Голова в холодильнике. Куда вы дели мою тайную заначку? Что? Сигареты. Что вы с ними сделали? Где они? Невероятно. Гляжу и не могу поверить. Он снова сидит в своем кресле. Ну разве не чудо, мистер Холмс? Я едва сдерживаю эмоции. Тебе это удается. Одно дело зануднее другого. Ты так на метро ехал? Никто из таксистов меня не брал. Кто из вас двоих Шерлок Холмс? О, Джон, как же я тебе завидую. Завидуешь мне? Твой мозг так прост, незатейлив, почти не используется. Мой как мотор, постоянно работает. Того и гляди, взорвется, как паровая бомба. Охотник на драконов. Вот кем ты меня считаешь. Нет. Ты сам себя им считаешь. Вы что, курица? Нет. Это Майкрофт. И, конечно, обращайтесь, если вдруг что-то понадобится в любую минуту. Спасибо. Простите, можно иногда брать вашу машину? Нет. Ясно.